Всем привет. Муж, значит, возвращается из командировки домой раньше времени. А жена с любовником, он в двери звонит, она заходит в спальню. Ну что, куда его девать, как, что? Ну берет его в плательный шкаф, заталкивает, короче, двери закрывает. А яйца прищемило, и они наружу торчат. Ну думает, ладно, муж не заметит. Пошла, дверь ему открывает. О, дорогой, проходи на кухню, там сейчас тебе пельмешки сварю, водочки налью. Он: да какой там на кухню, ты чё? Сейчас матч будет, наши с чехами играют, хоккей. Давай тащи всё в спальню, я там буду и жрать, и смотреть. Ну, она пошла, всё ему принесла туда. Сама на кухне сидит, ой, хоть бы не заметил, хоть бы не заметил. Слышит смех такой, а-ха-ха-ха-ха. Она заходит в спальню: чё случилось, дорогой? Он: да, блядь, наши гол забили. А я взял тарелку, опрокинул с пельменями. Ну, они все раскидались. Я их пособирал. А смотрю, к шкафу два пельменя прилипло. Я их вилкой тычу, они меня нахуй посылают. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.